Друзья, мы сделали минимальную работу, минимальную. И это все, на что у нас хватило денег. Я прошу вас помощи, друзья. Нам надо загородить дальше участок. Нам дальше надо закрыть участок. Прошу вас, друзья, пожалуйста. И дальше будем закрываться. Работа сейчас у нас идет. Вот мы покрасили до. Еще два отсека закроем. Завтра начинаем сварку. И будем варить дальше. Будем продолжать дальше. Друзья, пока немного железа есть, вот на этот ряд нам хватит. А все остальное, друзья, нет. И нам нужна срочная ваша помощь. Друзья, пожалуйста, умоляю вас, помогите. Помогите. Тысяча животных сейчас по-настоящему в опасности, понимаете? Ну, для нас это слова, может быть, я не знаю, как правильно сказать. А для них это жизнь. В той реальной, в суровой, вот в этой ненормальной действительности, в какой мы с вами живем, для них вот этот островок – это единственный шанс выжить. Ребята, мы же спасаем их с вами уже 16 лет. Но неужели мы сейчас останемся равнодушными и будем смотреть, как они погибают? А они ведь умрут. Понимаете, умрут без нас. Без нашей помощи, без нашей поддержки. Потому что одному человеку нереально справиться с этим. Ребята, я пытаюсь сделать, что в моих силах, но справиться одна я не могу. И мне нужна ваша помощь. Нужна. У нас будет замечательный с вами центр. Замечательный центр. Замечательный. Только все, что нам надо сделать, это сейчас сплотиться и постараться помочь. Помогите нам, друзья. Пожалуйста, помогите. Я клянусь вам жизнью, у нас будет самый потрясающий центр защиты животных. Потому что мы в него влаживаем душу, понимаете? Настоящую душу, живую. Я очень люблю своих собак. Ребят, я не знаю, почему я такой уродилась. Но я считаю, что каждый человек несет в себе немного добра. И значит, в каждом из нас оно есть. Ну, вспомните себя маленькими, когда вы жалели птичку, когда вы жалели бабочку, когда вы жалели котенка и тащили все живое домой. Вы же тогда были добрыми. Вы были добрыми. Ребята, вспомните, какими вы были. И помогите нам сейчас, пожалуйста. Нам очень нужна ваша помощь в строительстве этого объекта, в строительстве этого островка надежды. Прошу вас, друзья, отзовитесь. Отзовитесь, нам еще очень и очень много делать. Прошу вас, очень-очень прошу. Все, сегодня полностью сделали на двери. Сварные, плюс еще обтянутые сеткой, чтобы собаки не поранили лапу. Делаем перетяжку, укрепляем сетку внизу. Вверху сейчас все это закрепим. Так. Вот дверь еще одну сделали сегодня. Вольерчик. Здесь еще не ухожено ничего. Но здесь мы будем делать деревянный стеллаж, на котором собаки будут спать. Ребята, у нас не хватает ни средств, ни людей. Мы идем на пределе своих сил. Как можем. Друзья, сегодня закрыли вот раз, два, три, четыре, пять отсеков. Вот пять отсеков сегодня закрыли. Забора. И сейчас мы делаем, вкапываем железо. Вот сейчас ребята докопают железо. И я надеюсь, мы закроем сегодня еще три отсека. Вот, еще три отсека. Вот покрашенные сегодня мы должны закончить. Завтра продолжим сварку. Эта помощь только началась. Только началась, моя хорошая. Так что, друзья, помощь пока очень маленькая. Прошу вас, отзовитесь, где вы? Просто писать открыто, правду, честно, глядя им в глаза, понимаешь? Потому что мы не врем, мы не преувеличиваем, мы не преуменьшаем. Мы говорим то, что есть, и надо об этом говорить открыто. Но это животные не только мои, они наши. Поэтому мы должны взывать к сердцам людей, чтобы они это почувствовали. Что мы хотим спасти бездомных животных, тысячу собак. Неважно, где эта тысяча находится, мы хотим их спасти. Давайте спасать. Обращаемся. С открытым сердцем, с открытыми ладонями, с открытой душой. Мы показываем все, что у нас есть. Очень мало материалов осталось. У нас очень мало железа, досок. Вот сейчас купили куб доски, но это, знаешь, мертвому припарка.
покупать надо кубов 20 опять. А по одному это несерьезно. Ну, все равно, по крайней мере, хоть со скрипом, но ползем. Будем искать дальше, может быть, что-нибудь. За корм отдали всего 100 тысяч, и примерно 1030 у меня сейчас есть на вот на операции, на дом вот здесь, чтобы какие-то дела сделать. Друзья, этот ролик именно крик, наше воззвание к вам о помощи. Сильное, потому что сейчас жизнь идет именно о жизни и смерти. Прям, и то раньше мы с вами просто делились нашей жизнью, показывали там, как мы живем, что у нас происходит, а сейчас, это чистый крик. Крик жизни, которая молит о спасении. Стройку сегодня купили, машину граве и куб доски. Нужен и песок, и щебенка, и нужен цемент. Стал бы бетонировать, понимаешь? Главное, нужны электроды и нужны вот эти перемычки. Это профиль 30 на 30 или 30 на 40, 20 на 40. Я брала вот сейчас 30 на 30 профиль, он очень удобный. Нужно железо обязательно. В общем, то, что мы взяли тогда, это у нас сейчас закончилось. И сейчас нам нужно то же самое в таком же самом количестве. То есть мы брали 4 тонны железа, мы брали 430 или 440 листов железа мы брали. Этого очень мало, очень мало. Так что что делать, я не знаю. Смотри, на одну секцию вольеров у нас уходит 7 рулонов сетки. Плюс нужна железная лента, плюс нужны клопы, плюс нужны саморезы. Ну, клопы, которыми проклепывают железо. Это все мелочи, но это все очень надо. И это очень все настолько муторно. Но так оно высасывает деньги вот на этих мелочах. Я просто делаю. Когда деньги есть, я сразу знаю, что надо купить. Я сразу побежала, взяла это. И со спокойной душой вздыхаю, потому что работа на неделю есть. В любом случае, столбы нужны 57-е еще обязательно. Их тоже мало. Потому что столбы – это наши вольеры. Столбов тоже надо брать. Нам надо минимум 4 тонны железа. Доброго дня. Это мой бич-паёк. Кофе. Чё, классно? Чё, мужики, ржёте? Нормально? Ладно, ребята, всё у нас хорошо. Всё у нас хорошо. Девчонки, спасибо за дружбу. Всем-всем-всем спасибо огромное. Молочина, которая ушла куча денег, но это тоже очень-очень нужно. Так, вот наш, как он называется, господи, триммер этот, который стригет траву. Вот наша емкость, видишь, на полтонны. Две лестницы купили, они новые, они еще в целлофане. Вот, так, или два тюка рубероида. Вот. Ой, Юра, извини. Так, вот, смотри. Вот это по мелочевке мы все набрали. Мы набрали сегодня электрику. Мы купили этот самый, как он называется? Как он называется? Огнетушитель. Вот, купили емкости, купили сапоги резиновые для людей взяли, чтобы работать в поле. Так, купили это для электрики, все набрали. Что еще? Ой, слушай, ну очень много чего-то понабирали. Но главное, катушки, кабеля набрали, розетки. Дождевик, наконец-то, я хоть один накупила. Сварка у нас будет. А бур купили, чтобы трубы сверлить, ставить. Буром мы закрыли всего половину участка. Значит, нам надо еще минимум около 300 листов железа. 300 листов железа нам надо. Это первое. Сетку нам надо. Сетку на вольеры нужны обязательно. То, что у нас есть, этого хватит ненадолго. Потому что сетка, которая нам нужна, она продается только здесь, в Липецке. А значит, мне надо машину нагружать и отсюда посылать туда. Машина у меня будет, мне где-то 5 числа привезут сюда корм. Пока запланировали на 5 число корм. Если его привезут, то мне отсюда надо будет с этой же машиной в обратную сторону отправить сетку. Но у него огромная фура, и он может нам помочь и это все вывезти. Сетки надо брать рулонов 20 минимум. И что мы сделали сегодня? Мы красим. Мы прошли, видишь? Вот так. Мы осыпали вольеры гравием. Мы смотри, что сделали.
Видишь, мужики натягивают сетку и сверлят вот так. Там делаем двери. Соединили две бытовки крышей, видишь? Поставили два окна. Генератор наш работает. Так, сейчас покажу другую работу дальше. Вот с другой стороны мама с детками. Здесь у нас уже три малыша. Еще одного. Вон, видишь, какие детки. Да вы мои хорошие. Все. Это тоже кошатник будет. Тоже будет кошатник. Здесь пока временно малыши. А вот это уже начинается собачник. Вот здесь проход, видишь? И мы начинаем здесь. Вон там ребята уже начали делать. Это будет навес. Вверху. Вот, видишь? Сейчас тебе покажу изнутри. Смотри, вот это у нас будет кошатник. Вот. Сейчас у нас здесь сидит мама с детками. Так. Там у нее 7 тараканов. Видишь, мы им травки нарвали. Вон, тараканчик сидит. И что ты так красиво тут сидишь? Иди к маме. Так, это специально загорожено вверху, потому что это для кошек. Это карантин будет для кошек. Высоко поднято железо для того, чтобы ни инфекция не перекидывалась в другие вольеры. Это два карантина кошачьих будет для кошек. Сейчас здесь временно сидит мама и у нее детки. У мамы 7 деток. Да, моя солнышко? Мы им травки нарвали, видишь? Накидали. Водичка, корм, все есть. Будку сделали ребята очень быстро. И выход в этот вольер у нас и из дома. Вот, видишь? И с улицы. А на улице ребята делают ворота сегодня. Сейчас мы откроем их, сейчас все, мы уже положили линолеум. Сейчас Юра прибьет плинтуса. И мы их запускаем. Накрыли клеенкой дождик, чтобы им не капал. Копай сейчас, я пока Юрку помогу, потом подойду. Это небольшой отсек, это карантин. Здесь самые больные котята, поэтому он небольшой. Они на свежем воздухе, они спят ночью в бытовке, вот. Но их лечат. Здесь у нас карантин для лечения. Вот видишь? Это те малыши, которых набросали очень больных. И мы их потихонечку лечим. Мы им сюда и травку кидаем, и песочек сыпем. И водичка у них и здесь есть, и в домике есть. Вон, видишь, дверь. Заходим, выходим здесь спокойно. Так что, моя хорошая, не переживай. Это кошачий карантин. И у нас таких отсеков здесь будет 2. Чтобы зимой им было тепло. На место. На место. Иди к детям. Лили, маму сними. Мамулечка, мамулечка. Ой, тебя кусали, мой сладкий. Тараканы. Это мне сильно. Какие?
такие прикольные. На всех лою. Смотри. Обрати внимание, у девочки слева, а у мальчика справа черное пятно. Здесь лип с этой стороны. Там маленький кудряшечек. Эй, Кудряшкин. Кудряшкин, Кудряшкин. А? Ты Кудряшкин? Маленький Кудряшкин. Что? Что? Ну-ка, а где тут белый бим, черное ухо? А? Где тут? Такие маленькие-маленькие. Эй, Бровкин, иди сюда, Бровкин. Антистресс. Мелкий антистресс. Где малыши такие? Какие малыши? Эй, идите сюда. Эй. Ну-ка сюда скорее. Ай, скорее сюда. Скорее. Боже, ты чего же вы смешные, а? Идите сюда. Бровкин, иди сюда. Мама пришла. Ты мама пришла, мама. Арчи. Малыши, иди сюда, Бровкин, скорее. Ты симпатяга. Иди сюда. Бровкин. Давай скорее. Вот они. Вот они. Да, вот они. Бровкин идет. Бровкин маленький идет. Иди. Какие мы шляпки такой? Такие шляпки маленькие, мальчики, девочки. Бровкин. Бровкин. Бровкин.